Мне кажется, что здесь проявление вот, силы, в данном случае закона, да, в связи с этим указом, мне кажется, пойдет в любом случае на удержание все-таки от семейных пар, от разводов, потому что действительно сумма не маленькая. Ведь что здесь демонстрирует власть? Какую, как говорится, сторону приведет вот эта сила закона, да? Вот в Сингапуре запретили плеваться жвачками. К чему это привело? Люди перестали плеваться жвачками за очень суровое наказание. То есть там несколько тысяч долларов штраф. И в итоге перестали. Тут можно приводить примеры бесконечно. Выделенная полоса для транспорта. Когда стали ловить камеры и присылать счета, люди перестали по ним ездить. А первое время ездили просто без разбора. То же самое и здесь. Во-первых, это называется давление рублем. И в нашей плачевной демографической ситуации в России это очень необходимо, как сдерживающий фактор. И с точки зрения пополнения бюджета, мне кажется, тех, кто в состоянии заплатить, они найдут как бы эти деньги, 30 тысяч, и разведутся, а казна, тем не менее, пополнится. Мне кажется, в любом смысле это положительный момент.